Привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить очень вкусный и насыщенный крем. Это взбитый фруктовый ганаш. В моем случае это будет манговый ганаш. Его можно приготовить с любым ароматным фруктом. Это может быть и малина, и смородина, и вишня. В общем, полет вашей фантазии. Но у меня это будет шоколадный тортик с манго. И поэтому я использовала вот такой вот именно свежий и очень ароматный манго. Можно пюре его купить, оно продается. Но в моем случае мне пришлось манго пюрировать. И это пюре отправляю в кастрюльку, добавляю к нему патоку в моем случае. И отправляю на огонь. Если пюре у вас жидковатое, дайте повариться пару минут этому пюре, чтобы выкипела чуть-чуть жидкость. И у меня просто оно закипело, и сразу снимаю с огня и добавляю белый шоколад. У меня здесь просто обычный пористый белый шоколад. Перемешиваю и даю пару минут постоять для того, чтобы шоколад растворился в горячей массе. И пробиваю хорошенечко погружным блендером для более гладкой такой текстуры, чтобы не попадались кусочки фруктов. Затем добавляю холодные сливки и хорошенечко вымешиваю массу до полного ее объединения, чтобы получилась вот такая вот однородная гладкая масса. Потом перекладываю в емкость, накрываю пленкой в контакт и отправляю в холодильник на 12 часов. Советую выдержать вам это время, так ваш крем получится очень стабильный и очень хорошо и быстро будет взбиваться. Крем очень вкусно пахнет. У меня здесь, к сожалению, крем постоял в холодильнике только 5 часов, но его уже можно было взбить. Он у меня уплотнится уже непосредственно в тортике, но вам советую все-таки выдержать время 12 часов. Пробуйте, это очень вкусно и нереально просто, вы сами видите. Ставьте свои пальцы вверх, а с вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч, пока-пока!